Рекордное число болельщиков приехало на 6-й этап Кубка мира IBU поддержать биатлонистов Республики Молдова в итальянский Анхольц Антерсильва. Более 50 человек с семьями, детьми из разных регионов Италии, даже из Франции. Минувшие выходные откликнулись на призыв Федерации биатлона Республики Молдова. Идея собрать молдавскую диаспору в Италии на трибунах соревнований Кубка мира принадлежит президенту Федерации биатлона Республики Молдова Дмитрию Торнеру. Спорт способен объединить Молдову, сделать из страны команду. Молдова – это часть Европы. И здесь, сейчас я особенно чувствую. Благодаря спорту Молдова уже давно в Европе. 30 лет нашей Федерации биатлона в Международном союзе биатлонистов. Спорт делает для интеграции Молдовы в Европу не меньше, чем политики. Я благодарен нашим болельщикам за отклик на наш призыв поддержать Молдову. Наши флаги не только на трибунах стадиона, но и по всей трассе соревнований. Сегодня здесь, на трибунах, Молдова заметна. И вместе с тремя десятками стран мы все одна биатлонная семья. Такую инициативу поддержали также посольство Республики Молдова в Италии и Генеральное консульство Республики Молдовы в Падове. Объявление разместили в социальных сетях посольства, а на соревнования даже лично приехали представители посольства и консульства. Absolut formidabil. De fapt, e prima experiența noastră și a celor de la consulat să susținem echipa de biatlon aici în Italia. Sper să nu fie ultima. Mă bucur că am văzut un număr foarte mare de conaționali care au venit să susțină echipa. Eu cred că astfel de evenimente nu face decât să ne unească pe noi, toți conaționalele care suntem aici în Italia, să avem acel spirit de mândrie și de unitate. Ușor, ușor, cu pași mici, dar sigur, noi reușim să ne impunem și pe arena sportivă și sper să colectăm cât mai multe rezultate și să afle și cei și ceilalți oaspeți din Italia să află despre Moldova și astfel să ne conectăm cu lumea sportului. Среди болельщиков, которые приехали поддержать молдавских биатлонистов, был также бывший генеральный секретарь Федерации биатлона Станислав Карпинян, который несколько лет живет в Италии и приехал в Анхольц Антерсельву вместе с женой и двумя детьми. Из Букурос, как у Мавему, новый. Un vânt nou, așa să spunem, în domeniu și posibil cu perspectivi bune. Cred că cel mai mult asta înseamnă pentru sportivii noștri, susținere și pentru cei care nu prea pot fi pe loc, măcar sunt bucuroși că sunt alții care pot susține din direct, nu numai la televizor. В делегации молдавских болельщиков были и бывшие спортсмены и тренеры, их друзья и семьи. К примеру, приехали бывшие биатлонисты Анастасия Нечипаренко и бывший биатлонист Илья Аллаеру, который также был тренером мировой биатлонной звезды Мартена Фуркада. Дух и эмоции патриотического единства, объединения, гордости за Молдову и радости представлять ее среди тысячи болельщиков со всего мира отмечали все, кто приехал поддержать молдавских биатлонистов на 6-й этап Кубка мира. Это по традиции один из самых красивых и зрелищных этапов. Noi ne-am adunat astăzi aici în Anhorz, Italia, pentru a susține echipa de biatlon de seniori din Republica Moldova. Ne așteptăm la rezultat cât mai mare din partea lor și îi vom susține pe traseu. Хорошая атмосфера, позитивные эмоции, видим новые лица, молодых спортсменов. То есть это всегда хорошо, это всегда правильно. То есть чаще надо организовывать такие встречи, чтобы была возможность встретиться гражданам одной страны. Я очень сегодня рад находиться на этом мероприятии. Живу уже 15 лет в Италии, живу в зоне недалеко от Вальриданы, который является тоже большим биатлонным центром. Не единожды посещал и болел за нашу команду. Имею удовольствие присутствовать здесь, в таком кругу, расширенном уже. Надеюсь, что это будет иметь место и в будущем. Спасибо болельщикам молдавской биатлонной сборной. И Молдова вперед! Такая поддержка помогла национальной сборной по биатлону добиться почетного результата на этапе Кубка мира в Анхольц-Антерсильве. На севере Италии в третий день соревнований команда в составе Алины Стримоус и Максима Макарова оказалась всего в 10 секундах от топ-10 в одиночной смешанной эстафете. Стримоус и Макаров финишировали на 11 месте, обойдя ведущие мировые биатлонные команды, такие как Чехия и Швеция.
У нас в этот раз никогда не было столько болельщиков с Молдовы. Это и все. И поверьте мне, это очень стимулирует спортсмена, его поддержка и все. Когда идет здесь высота, очень тяжело. И идет, и когда уставший, естественно, какой-то адреналин добавляется от болельщиков. Тем более, такое количество никогда не было. Хотелось бы, чтобы, ну, чемпионат Европы, не знаю, сколько будет, а хотелось, чтобы на чемпионате мира тоже были. А так, это очень-очень хорошо, что такое количество. Когда есть флаги, когда есть шарфы, это всегда приятно и стимулирует всех. Много болельщиков по трассе, ну, как поддерживают. Молдавские болельщики тоже сюда приехали, что очень приятно. Не на каждый этап они приезжают. Приезжайте почаще, радуйте нас своим присутствием. Создают больше такой праздник, биатлонный праздник, более такой биатлонную атмосферу. С каждым годом становится все более и более популярной, и больше и больше народу узнает о нас и приезжают поболеть. Болельщики, естественно, очень дают большой толчок, большую мотивацию для выступать только лучше. Поэтому, ну, и так не будем забывать, что у нас есть и болельщики там не только с Молдавии, и вот, то есть и немцы, и итальянцы подходят и говорят, что мы за вас болеем, давайте вам всего хорошего и удачи. Поэтому, когда есть болельщики, а есть, еще лучше, если они приезжают с наши, то это будет гораздо лучше. Это очень хорошо, когда есть болельщики, потому что ты чувствуешь эту энергию, когда ты видишь, да, там всегда очень много немцев, французов, а тут, когда ты понимаешь, что на трассе есть свои, то это очень классно. Не знаю, это бодрит. Это очень круто, если есть у людей возможность приезжать, то да. Мы, как спортсмены, всегда рады их видеть, и это поднимает боевой дух, когда ты видишь флаги молдовские, когда ты видишь людей своих, то это классно. Pentru mine a fost prima dată așa fel de susținere pentru acești mai mari la competiție și foarte tare mi-a plăcut pentru că erau nu doar 3-4 susținători, dar erau 50 tocmai și era foarte uimitor și foarte plăcut că a venit să susțină sportivii noștri și au ținut pumnul pentru noi. Chiar ne ajută enorm și sunt și ei acolo și ne ajută la rezultatul. Ei fac și ei parte din rezultatul nostru. А после соревнований болельщики поздравили наших спортсменов на дружеском вечере, который организовала Федерация биатлона Республики Молдова. Сейчас национальная сборная по биатлону отправилась в Словакию, где с 24 по 28 января пройдет чемпионат Европы.